Всем привет, меня зовут Нурсултан. Вы на канале Актюбе ТВ 04. Сегодня мы хотим провести социальный эксперимент, как люди относятся к чужой беде. Можно настолько раз телефон маме? Маме позвонить, да? Привет, это я, Нурсултан. Ма, это я дело в том, что который ты номер отправил мне, он отключен в Кубинске. Сел в 30 дней. Все деньги осталось. Я сейчас на вокзале переночую, продукты возьму. Этот. Как получится, через 2 дня сможешь отправить? Все, размер давай. Не переживай, да. Здравствуйте. Можете так позвонить? А, вот тоже? Тоже. Ладно, ладно, что ты? У меня телефон. А, я кипну. Спасибо, все. Алло, мам, да, я в Актюбинск приехал. Все, звоню, он мне этот, у меня баланс хочет, если звоню, все трубка отключена, короче. Сейчас я 500 тебе осталось, я продукты куплю. Да, и что там, этот, на вокзале, да. Поговорим, все нормально, все. Можно вас тут больше телефона потерять? Здравствуйте. Я не расскажу, где телефон у вас в маленькой матери подсветил. Нет. Алло. Алло, мам. Этот. Да я в Актюбинске, да. Мой знакомый этот звонит. Не берет трубку? У меня сейчас 500 тенге осталось. Что? Я, наверное, по продукту возьму и на вокзал. А ты пишу завтра, поговоришь. Да. Вот можно один посмотреть тоже? Ну да. Четыре. Да. Алло, привет, мама, это я, Нурсултан. Блин, мам, дело в том, что ты, который номер скинула, он не отключен, не доступен. Я никак не могу этот найти в квартиру, 30 дней уже. Что тебе осталось? Перекушу, наверное, и этот. На вокзале переночую. Пока 2 дня, да. Пока все, вот так. Все. Давай, не переживай, все нормально. Нормально все. Да, пойдет. Точно? Да, да, нормально. Все. Да, серьезно. Нормально, ненормально. Да, как перебьемся? У тебя телефон есть? Телефон? Ты что, молодой?
собой телефон есть? С собой? Нет, у меня сейчас этот. Я его пока открыл. Там оставил в одном магазине. Что теперь еще у тебя осталось? Ну, 500. Пойдем, я туда скину. Этот, пойдем что ли? Там место, да? Да. А этот? О, а здесь что? Здесь нам как бы сон приехал. Итак, сегодня мы посмотрели социальный эксперимент. В разных местах, в разное время у разных людей спрашивали о помощи. Единственный человек, который помог, это молодой парень. Если знаешь, что не спросил его имени. Большое тебе спасибо. Меня зовут Нурсултан. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки.